Солдаты-срочники приняли присягу. Ритуал провели в преддверии Дня матери. Новобранцы после церемонии написали поздравительные письма родителям и смогли увидеть их по видеосвязи. Подробнее Татьяна Кияева. Под живую музыку оркестра на сцену выносит боевое знамя части и флаг России. Сегодня 15 новобранцев дали клятвы на верность Отечеству, свято соблюдать Конституцию, следовать воинскому уставу, выполнять приказы командиров, уважать и защищать гражданские права и свободы. Присяга – завершающий этап военного сбора. За месяц до этого ребята прошли курс молодого бойца, учили азы военной службы, занимались строевой и огневой подготовкой. Вообще военная присяга в жизни каждого мужчины – это клятвенное обещание. Это те слова, за которые придется нести ответственность, как перед своими товарищами, так и перед государством. Это те слова, которые обязывают нас выполнять воинский долг, достойно защищать Отечество. Из-за эпидемической ситуации родных и близких на церемонию не пригласили. Но ребята не все равно поздравили. Записали слова поддержки на видео. Пожелали крепкого здоровья и легкой службы. Матвей вырастет, будет брать пример с тебя. Служи России, служи стране, охраняй, береги себя. Новобранцы приняли присягу накануне Дня матери. После церемонии ребятам раздали праздничные бланки. Написать письма самым близким людям – мамам. Благодарен за все воспитанные годы. Люблю, ценю. До службы Виктор работал трактористом в селе Половинное Красноозерского района. Дома остались родители, жена и сын. Он очень по ним скучает. В письме поздравляет маму и просит передать привет всем близким. С трудом сдерживает слезы. Поздравляю с Днем матери. Желаю счастья, здоровья. Скучаю сильно. У меня сейчас эмоции просто переполняют. Все новобранцы из Новосибирской области. Их письма отправят уже сегодня. Мамы получат поздравления как раз к празднику. Татьяна Кияева, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.